Смертельный прыжок. В Адамовском районе расследует гибель 8-летней школьницы. Девочка задохнулась, застряв в отверстии на крыше. Трагедия произошла в поселке Красногорский. Девочка вместе со своими младшими сестрами играла на кровле заброшенного дома, прыгала с крыши в сугробы. В ходе проверки получены данные о том, что ребенок, находясь на крыше заброшенного строения, провалился в отверстие крыши и в результате компрессионного сдавливания грудной клетки получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту гибели школьницы проводятся проверки, выясняются обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В региональном следственном комитете также обращаются ко всем родителям быть внимательнее к своим детям.